Потепление нижегородцам пока только снится, и рассчитывать на возвращение жаркого лета тоже не приходится. Уж так распорядилась небесная канцелярия. Между собой соревнуются циклоны и антициклоны. В такой неразберихе нижегородцев ждет то солнечная погода, то дожди. Не обойдется и без ливней. Да и температура не порадует. В среднем это 10-15 ночью и днем 18-22, но тем не менее это все равно несколько ниже нормы, буквально на 2-3 градуса. Так что такое лето, холодное, дождливое лето продолжится. В общем, как уверяют синоптики, стоит набраться терпения, тем более что нежаркая погода характерна для нашей полосы. Впрочем, лето не сдает своей позиции окончательно. Будет еще возможность и позагорать, и искупаться. Главное – радоваться любой погоде.